Всем привет, с вами Эрдомс, и сегодня я буду играть в такую замечательную браузерную игру под названием Soccer Physics. Комментировать я ничего не буду, просто надо зайти в нее и начать играть. Это игра про футбол пиксельных чувачков в разной одежде, в разную погоду, 2 на 2. Ну, сейчас увидите. Play. Надо нажимать кнопочки, да? Просто прыгать. Хорошо. First, я играю за синих чувачков. Парень на воротах вообще красавчик, молодец. Я гол себе забил. Ну, вообще великолепно. Так, что у нас тут еще есть? Давай, чувак. Давай нормально будем играть. Не надо скользить. Вообще, почему скользко здесь? Это вроде бы футбол, а не хоккей. Так, дальше. Мы играем за Аргентину. Опа, вот это вот идеальный удар. Просто шикарно. 1-2, мы побеждаем. Маленькие ворота. Ой, с маленькими воротами я не умею справляться. Опять маленькие ворота, что ж такое-то? Ой, почти гол был, но ничего не получилось. К сожалению, out of balls. Да, out of balls. Опа, опа, опа. Звуки такие, как будто у нас карате какой-то здесь. Так, давай, 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 давай. Можно мне... Оп, головой, головой. Нет, не получилось. Не получилось. Так, вратарь, давай тащи. Опа, вратарь затащил. А атакующий куда полетел? Так, назад, назад. Придурок, вратарь. Я только его похвалил, а он уже себе гол забивает. Почему я не могу мяч ударить? Первый. Забей себе, пожалуйста. Опа, контратака. Великолепно, ждем, ждем, ждем. Мяч сам к нам прикатится, потому что мы боги футбола. А выбивай его вообще нахер. Опа. Почти получилось. Идеально, это просто было идеально. Я все рассчитал. Только так и можно выигрывать. Опа, не получилось. Не пол... О, все, великолепно. Уж я уже видел. Я уже видел мою победу. Опа, вратарь тащит. Почему мы играем мячом другим? 4-4. Это вообще не найс. Опа, не получилось. Только не надо себе забивать. Все, вот вы могли. Давай рематч. Дальше. Это была первая партия, только первый матч. Их должно быть, соответственно. Я понял, понял. Кнопочки, кнопочки нажимать. Да-да-да. Давай-давай. Я выиграл. Я же за синих играю. Да, я за синих играю. Тех, которые справа. Великолепно. Опа. Ну, это я что-то как-то провафлил. Ну, алло. Это ту же самую технику против меня используют. Это нечестно. Давай, вот так вот великолепно. Тоже вам под ногами все этот мяч забью. Ребята решили раздеться. Ну, видимо, просто жарко стало. Так, большие ворота. Это очень хорошо. Легко гол забить. Вот-вот-вот, гол-гол-гол, все отлично. Вражеского вратаря подкупили. Вратарь, давай просто стоять будем и не прыгать вперед. Так, 3-3, счет равный. Почему ты не можешь мяч ударить нормально? Давай-давай-давай, просто задавил бычара. Просто бычар задавил. Давай, опа, выбил. Неважно, out of balls, ничего-ничего-ничего. Я даже ничего делать не буду, он сам себя забьет. Он сам себе забьет. Все, я ничего не делал. Мы просто смотрели на унижение оппонента. Рематч. Еще дальше. Следующий поединок. Давай. Ой, нет, нет. Почему-то вратарь не прыгнул, у него нога сломалась. Или колено больное. В смысле? Вот сейчас я должен был ударить хорошо. Как 3-0? Нам просто шансы не дают. Эй, ребят. Не понял. Не понял. Во-во-во-во, давай-давай-давай-давай-давай. Почему мы... все. Мои футболисты скользят постоянно. Я даже ничего делать не буду. Ребят, не надо здесь свои эти... эквилибристику свою показывать. Давай дальше. Опа! Вот это вот контратака и опять вражеский вратарь. О, мы без голов остались. Вот так вот. Идеально прям под штангой мяч залетел. Великолепно. Все рассчитано. Опа! Идеально, сверху, над головой. Нет, 4-4, это последний. Это не считалось, этого не было. Пока что мы идем 2-1. Пока что мы идем 2-1. Пока что мы идем 2-1. Алло, 1-0. Пока что мы еще выигрываем по очкам, суммарно. Нет, вратарь! Черт, гадина какая. Так, лед должен быть на моей стороне. 3-0. Нас опять унижают. Опять! Опять!
Еще скользкие ворота маленькие. Эй! Вот ты ничего не делай. Вот ничего не делай. Вот ничего не делай. Как мне вперед пройти? Почему шатается у меня футболист? Пьяный, что ли? Во, вратарь решил пойти забить. Все, вратарь красавчик. 4-1. Так, мы остались без голов. Нет, 5-0. Суммарно 2-2. Так, все, надо брать матч в свои руки. Давай, давай, давай. Давай, давай, без шансов, без шансов. Я просто как стена непробиваемая. У них вратарь в атаку пошел. Мяч вылетел, не страшно. Опа, вот это было идеально. Че, и что вратарь сделает? И что вратарь сделает? Бородатый хрен лысый. Ничего он не сделает. Давай, прыгай нормально. Нет! Ну, потому что вратарь ушел куда-то чай пить, я не знаю зачем. Опа, вратарь забил прям с одной части поля на другой. 1-1. Ой, нет, это не считалось. Пересмотрите по камерам. На! Блин, у них вратарь тоже как бы не промах. Опа. Не надо в свои ворота бить. У меня вратарь не там. Придурок. А я это уже понял, что они не то сделают. Опа, опа, опа. Ну и чего? Они застряли. Отдай мяч, сволочь. Удержание мяча. Штраф. Встань, пожалуйста. Вратарь, не уходи, а? Вот что сделать? Ситуация критическая. Ситуация критическая. 3-1. Ну? На! Он специально подпрыгнул, чтобы я забил, но там вратарь головой упал просто на пол, разбился. Поэтому надо самому идти давить. Давай. Опа, все, раздавил. Прям яйца ему в смятку. Так. Можно ничего не делать, тут очевидно было. Счет 3-3. Можно ничего не делать, отлично, великолепно, спасибо, я рад. 3-4, осталось совсем чуть-чуть. Опа! Хотел с головы забить, не получилось. Давай. Так, они поменялись местами. Это, видимо, тактика какая-то. Вратарь пошел в атаку, а атакующая позиция решила на ворота встать. Хорошо. Пока что счет какой у нас? 3-2. Ну, естественно, я выигрываю, как бы. Почему бы и нет? Опа. Вот я атакую. Давай. Ногой бей. Встань, пожалуйста. Все, отлично. Великолепно. Так. Опа! И вот так вот. Давай. Встаем, не шатаемся. Рано еще праздновать, рано пить еще. Не выиграли. Нет, как мы выиграли, конечно. 3-2. Это у нас финальный матч. О, большой мячик и холодно еще, да, на улице. Что делать, если... О, вратарь сам решил выйти. Блин, я сам себе головой забил мяч. Ну, это нечестно было. Вообще мяч какой-то пляжный. Если было бы футбольно, я бы забил, конечно, а так... Блин, отбивает мои атаки, как чётенько, а я тоже так могу. Вратарь! Ой, страшно. Ай, 3-2, вау, согласен. А мяч будет? Опа, мяч ко мне идет. Ой, вот это рыбкой прыгнул. Нет, а как он так закинул мяч? Уже у нас не регби, блин. Во, вот это тоже красиво было. Молодец, красавчик. Вот это великолепно. 4-4. А, так я это забил. Так, мы... Он сам это сделал. Я сейчас кнопку не нажимал вообще. Так, и финальный раунд. Мы обязательно должны его выиграть. И это у нас чемпионат мира по футболу. Я вам не говорил до этого. Это уже финал. Мы сейчас выиграем, получим кучу денег. Ребята, кучу денег и выпивки мы получим, если вы выиграете. Давай, вратарь. Ну, вратарь, блин, мне вообще по барабану. Уволить его. Можешь отойти. Почему он такой агрессивный, а? Ой, я думал, сейчас идеально прям между двоих. Так, опа. Вратарь, молодец, вратарь. Давай. Почему вратарь у меня уплыл? Вратарь! Так, это был пас вратарю. Вот это был пас вратарю. Нет, не пас. Не пас вратарю. Алло. Так ты будешь прыгать нормально? Давай, я там путь расчищаю. Так, вратарь, давай вперед. А, ну все, ГГ. Нет, вратарь! Нет, 2-0, это нечестно. Так, подожди. Опа. Нет!
3-0. Опа! Все, это идеальная траектория. Да-да-да, идеальная траектория. Ну в смысле? Вратарь! Ты куда голову убираешь? Вратарь! Вот это идеально опять было. Опа, вот это идеально. Давай. Просто вверх туда забил. Фу, какой 5-0? Нас просто в сухую размотали. Нет, это не честно. Так, рематч. Опа, вот так вот. Как тебе такое? Как тебе такое, Илон Маск? Куда ты в свои ворота бьешь? Придурок, 1-0. Ему сказали первый раз, второй он все равно бьет в одно и то же место. Да куда ты бьешь? Давай. На, прыгай, хорошо. Вот так вот. Через не... О, спасибо, вратарь. Подпрыгнул специально. Ну давай. Я просто жду, чтобы контратаковать. Ну вот, это почти. Можно было под штангу. Ну ладно, зато красиво. Встань, пожалуйста, мяч отдай. Иди к себе. А ты уйди отсюда, что ты пычешь на меня? Бычара, блин, с красной повязкой. Так. Опа. Вот, это идеально было, шикарно. Я просто подождал момент. Так, опять с этим мячом непонятным. Опа, идеально, супер, я выиграл. Нет, в смысле? А, так вот я стою. Там это вообще ворота полетел. Вражеский футболист. Так. Вражеский, верно? Это поле битвы не на жизнь, а на смерть. 2-4, мы все равно пока еще лидируем. Давай, забивай в свои ворота. Забивай, давай. Отстань вообще от меня. Ну, вратарь, давай, я на воротах постою. Вратарь. Да уйди, почему у них такая непробиваемая стена, боже мой. Блин. Вот так вот, ну да... Опа, вратарь спас. Вратарь, отлично. Ух ты, блин, какие он перевод это делает. Так. Да иди ты нахер. Опа, вратарь. Икс головы. Давай. Нет. 4-4. Так, последний мяч. Опа. Сволочь. Ладно, последняя попытка. Если проиграем, скажем, что за красных играли. Тут хрена меня, от агрессивная игра такая раздражает. Вот это честно, 1-1. Так, давай. Вот так вот. Да уйди нахер вообще от меня, ты понял? Вот эта поза, конечно, такая себе там. Ой, вратарь, иди ты к черту, тебе вообще платить больше не буду. Там у них нормальный вратарь, ну нет, нормальный, вот стоит хвалить противников, тогда они будут лажать. Давай, молодцы, ребята, старайтесь. О, 2-3, вау, я говорю, шикарно, да. Так, пляжный у нас футбол здесь начался. Вот это хорошо, давайте сами вы между собой там будете разбираться, а мы просто под конец добьем вас. Давай, дави. Нечестно, он занял там всю территорию. Все, мы забили. Closer или loser. Не помню, что он там сказал. Опа, с головы. Идеально, шикарно забил. С головы. Все, я выиграл. Все, на этом мы победили. Мы выиграли в финале. До этого так, это чистая тренировка была. Вот такая вот игрулька, прикольная, забавная. Ссылку я... в описании оставлю, чисто так, на полчасика, или сколько там, на 20 минут, на 30 минут, на часик, может быть, так, посидеть, поубивать время. Что ж, на этом все, всем спасибо, всем пока.